День добрый вам. Добрый. Городского ГАИ, моя фамилия Пиненко, ваши документы, будьте добры. Какая необходимость нарушать, скажите, правила дорожного движения? Чего, какая причина еще? Какая необходимость, говорю, нарушать правила дорожного движения? Висит дорожный знак, движение механических транспортных средств запрещено. Угу. Ну, не видели. А? Не видели, говорю. То, что вы его не увидели, мол, на самом деле два висит. Один дублирующий перед перекрестком, один за перекрестком. Так что, что он, права? Водительское удостоверение. Водительское удостоверение? Да. Вот. Так, Латышкин Антон Александрович. И свидетельство о регистрации на ваше транспортное средство. С обратной стороны. Разворачивайтесь, будьте добры, и выезжайте в обратном направлении. Покиньте и прекратите ваше правонарушение. Я как работник милиции обязан вас попросить, чтобы вы прекратили правонарушение. Будьте добры, разворачивайтесь. Так, а где здесь знак спереди? Оттуда знак, молодой человек. Вы в данный момент находитесь в зоне действия этого знака. Поэтому развернитесь и будьте добры, выйдите в обратном направлении. Так, а сейчас оно еще не закончилось? Нет, до перекрестка этот знак. Вы сейчас находитесь в зоне действия данного дорожного знака, вы понимаете ли? Так, а зачем вы говорите тогда обратно ехать, еще раз нарушать? Туда можно ехать, оттуда нельзя. Отсюда, с этой стороны знаков нет, автомобили все едут. А с улицы Жуковского... Да, я понял, в чем разница, только не могу понять дороги. Чтобы вы прекратили ваше правонарушение, нет, если это у вас я понял. Разницы нету никакой. Ну так это я понял, ну, а в чем разница дороги? Я разберу сейчас. А? В чем разница дороги, не могу понять, почему туда можно, обратно нельзя? Ну, видимо, есть на это причины какие-то, правильно? Хочешь. Просто так бы этот знак не повесили, как вы думаете. Все, разворачивайся. Что? Разворачивайся, Юрий.